Сергей Петрович, тупейший автор этого видео. Это два разных языка, и образовались они примерно в одно и то же время в начале первого тысячелетия нашей эры. Ты хотя бы не позорил казахов своей тупостью. У русских язык существует больше тысячи лет, а казахских произошел на основе тюркских языков меньше 100 лет назад. Сергей Петрович, поинтересуйтесь биографией такого человека, как Юрий Крижанич, который в 1666 году написал книгу и создал этот русский язык, которым вы сейчас пользуетесь, который хотел создать общеславянский язык. Юрий Крижанич, хорват по национальности.